«Газпромнефть» в рамках соглашения с «Газпромом» намерена оснащать свои АЗС газовыми блоками для реализации газомоторного топлива. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков. Говорили на встрече и об итогах работы компании за 2012 год. Александр Дюков рассказал, что в минувшем году «Газпромнефть» стала лидером российской нефтяной отрасли по темпам роста добычи углеводородов. Кроме того, компания расширила географию деятельности за рубежом, а также получила первую нефть в рамках новых крупных проектов на севере Ямало-Ненецкого автономного округа. И что важно, подчеркнул Александр Дюков, компании удалось увеличить долю прибыли, направляемую на дивиденды. Для нас важно, что мы не только увеличили масштабы бизнеса и стали больше добывать и больше перерабатывать, мы повысили эффективность нашего бизнеса. Это позволило нам получить самую большую в истории компании операционную прибыль и чистую прибыль, что позволило, в свою очередь, увеличить дивидендные выплаты. Дивидендные выплаты по сравнению с 2011 годом мы увеличили на 28%, дивидендная доходность составила 8%. Но прежде всего это важно акционерам, и, соответственно, вот повышение эффективности позволило нам порадовать акционеров высокими дивидендами.